спонсор видео RBX Camp. Лучший магазин робоксов для вас и ваших друзей. С курсом за 1 рубль почти 3 робокса. Также не забывайте кликать сюда, чтобы вступить в группу ВК и в сервер Дискорда, где проходят постоянно мини-розыгрыши робоксов. Главное, не попадись к мошенникам и проверяй, как пишется rbx.camp. А лучше просто кликай по моей ссылочке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джоза, и сегодня мы оказались в гольф-поле, из которого нам нужно будет сбежать. Смотрите, здесь везде есть какие-то решеточки, еще что-то. Туда пройти нельзя, только можно сюда пойти, и у нас здесь грустный гольф-шарик. Говорит, что-то надо, короче, ему помочь, а я такой, конечно, я тебе помогу. Изо всех сил, потому что я красный ниндзя. А он говорит, а я Том. Так, а я Джуза. Все, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Итак, давай отправляемся. Что-то мы слишком долго с ним разговариваем. Он говорит, менеджер сошел с ума и теперь превратил меня в шарик для гольфа. Ничего себе, это оказывается человек, я такой, я тоже менеджер, только из производства, и мне хочется уйти отсюда. А я говорю ему то, что, конечно, а дверь-то закрылись, друзья, дверь закрылись. Теперь нам отсюда не выбраться, туда не пойти, нам придется вот здесь проходить. Хоп, есть! Это у нас первая стадия. Итак, теперь у нас здесь злые шары, которые трогать нельзя. Понятно, понятно, но что-то у нас какой-то слишком разговорчивый шарик для гольфа оказался очень-очень сильным. Ну ладно, ничего страшного, так, чекпоинты мы взяли, взяли, все, теперь можем спокойно здесь пройти, хотела бы я сказать, но спокойно здесь пройти у нас не получилось, потому что у нас эти шары сожрали, но ничего страшного, проходим сюда, отлично. О, здесь у нас какой-то компот варится. Что это такое, почему здесь все такое черные пузырики? Видимо, сюда кока-колу какую-то вылили и довольны. А мы идем сюда, здесь опять нас встречает вот этот вот шарик, говорит, здесь, короче, очень опасно, машины ездят и вообще очень плохо, но... Мы, да, все равно можем пройти. Ты не грусти, ты не грусти, не грусти, попей, не грусти. А я пробежал. Ну, это пока что очень легко. Воу, что за монстр такой? Это что это такое вообще? У него во рту человек. О, нет, он съел все, что можно было, и превратился в мутанта. И что-то пошло не так. Надо его остановить. Мы его остановить не можем, но свалить отсюда, я думаю, вообще запросто. Просто по кувшинчикам отсюда пробегаем. О, лягушка, здравствуйте. Проходим дальше и идем сюда. А мы правильно вообще пришли? Может, нам сюда? О, я зашел в какой-то тоннель. И здесь у нас бочки катятся. Они, кстати, побыстрее будут. Побыстрее, 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 чем обычные бочки. Вернее, чем те машинки. Ай, пока я туда не пойду. А вот теперь пойду с удовольствием. Здесь у нас пушки стреляют. Чин, чин, чин. И давай еще в чин. Есть. А это что за пират? Здравствуйте. А я тоже так могу сделать? Ну-ка. Как там? Вот так вот. Опа. Опа. Есть, или вот, оу, привет, жесть здесь, людей очень много. А я пошел здесь дальше в туннель, захожу, пробираюсь, есть, смотри. Оу, здесь у нас седьмой чекпоинт, оу, жесть, здесь прутоглавы какие-то у нас, дощечки протаскивают. Ну-ка, оп, 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 есть, и теперь еще одну такую надо пройти, давай, погнали, появляйся. Хобана, хобана, есть, прошли. И здесь у нас опять какие-то конфеточки. Итак, теперь надо отправиться куда-то туда, чтобы попасть в пасть дракона или не попасть. Я не знаю, мы сейчас будем выяснять. Ну хорошо, шарик, я тебя услышал. Вон, ты мне конфетку дашь? О, да, выбираем конфетку. Давай красную. Красную конфетку для красного ниндзя. Роблоксом забираем. И так, все, теперь я могу скушать конфетку. Дай мне конфетку, все. А это шарик, наверное. А, это шарик тоже для гольфа. Надо, короче, закидывать, да, кажется, вот сюда. Ну-ка, давай идем сюда. Хоба. И надо попасть так. Опа. Так, а как
как ударить? Как по... А, вот сюда надо, наверное, нажать. Оп. Есть. Идеальное попадание. Открылись ворота. Все здорово. Побежали дальше. Побежали. И здесь у нас есть чекпоинт. Здесь еще у нас еще следующая стадия. Надо, короче, вот в этого... А, это крокодил. Он будет крокодить. И давай мы тебе сейчас тоже шарик закинем. О, там кнопка есть. Вау. Ничего себе. Вот это интересный поворот. Ну-ка, давай идем сюда. И теперь сейчас... Сейчас пело. Пам. Честь. На кнопочку нажали. И что происходит? Ворота открываются. Побежали. Заходим сюда. Здесь у нас... какой-то замок уже начинается, да? Ну-ка, ой-ой-ой, а здесь что нужно делать? Здесь надо тоже... Ой, я неправильно ударил! Нет. Так, давай попытка номер два. Так, правильно? Да как это? Жесть, а что-то слишком быстро, да, двигается? Ну-ка, вот, да, да, как-то так, да. Не могу попасть, давай. Пим, вот теперь попал. Опа! А что, не получилось? Не получилось, смотри, жесть. А как здесь пройти так? Пин, давай. О, в этот раз у нас все получилось. Мы открыли ворота. Отлично. Так, здесь-то я пройти могу? Могу, наверное, давай. Открывай. Вью. Так, здесь я пока не рискну, хотя можно было. Ну все, проходим здесь. Поднимаемся наверх. Бочки катятся здесь во все стороны. Опа, опа-на, опа-опа-опа. Чекпоинт взят. Теперь отсюда будем бить, да? Ага. Пин, давай. Пин, покатились. Есть. Есть. Что произошло? О, вау. Здесь смотри, какие у нас штучки открылись. Которым можно пробежать. А когда тут добежать? Непонятно. Непонятно, а, наверное, я просто побежал за тобой. Вот так пробегаем. Ой, там бочка. Ну ладно, ничего страшного. Все, я теперь здесь прохожу. Вот так вот, чунь. Здорово, шарик, синий шарик. Итак, что ты мне скажешь? Тебе, а, мне надо теперь попасть вон в эту дырочку. Хорошо, в дырочки попадать я умею. Давай, сейчас так. А, нет, я, кажется, немножечко... Попал? Нет? Подожди, я попал! Попал же? Попал. Ё-моё! Вау! Вот это меня завертело, закрутило. Ну хорошо, чекпоинт мы взяли. Он загорелся? Нет, он должен быть, по-моему, зеленым. Но он зеленым не горит. Что? Подожди, а куда мне идти? Сюда, что ли, надо идти? Так, я убегаю, и в меня сейчас... Молоко полетит. Нет, это не молоко. Это гигантский шар. А где? Куда он делся? Он появился и исчез. Вон он еще раз появился. Все, я понял. Давай побежали. Я могу в машину сесть? Я что-то боюсь даже рискнуть. Не хочу садиться в эти машины. Вдруг меня сейчас уничтожат. Так, побежали. Ну, до сюда он не доберется уж точно. Все, закрываем ворота. Он к нам не попадает. Мы отсюда просто спокойно проходим. Отлично, что там дальше скажешь мне? Это я пока говорю. Он говорит, я вижу какой-то красный крест. И там у нас, может быть, откроется что-то, если мы на него наступим. Так, ну Том, ты что, ты такие вещи не делаешь? Ты так, да тебе кажется, пришел конец? Жесть! Это что это такое вообще? Это кто это такой? Это вот этот у нас самый страшный гольф-дед. Да, у него, смотри, красный глаз. Видимо, слишком долго в телефон не играл. Глаза покраснели. Ну, я, короче, меня бить не надо. Я сам туда спущусь, как бы я все понял. Клюшка по голове получить. Особого желания я не имею, смотри. А че сюда попасть не можешь, да? Большой слишком. Ну да, хоть глаз свой. Я им поиграюсь. Ну ладно, так, что у нас здесь происходит? Мы куда-то вниз спустились, у нас опять грустный Том.
том-ям, японская еда. Давай, открывайся, хватит уже со мной здесь разговаривать. Я все равно тебя не понимаю, у тебя рта нет, как бы, да, и по губам даже не прочитаешь. Что у нас здесь? Надо дальше куда-то идти, или надо вот эту вот штуку перепрыгнуть, вот так вот, оп, оп. И давай, опа, вот так вот. О, жесть, а здесь, смотри, у нас какое-то чудо-юдо происходит. Смотри, сейчас у нас шарики пролетают. Давай еще. И еще. Отлично. А мы проходим. Там кисель яблочный. А здесь у нас что? Здесь у нас пока ничего. Все хорошо. О, я вижу там страшную морду у лица. А, нет, это мне показалось. Это машина по производству мячиков. Я думал, это красные глаза у робота. А оказывается, это просто лампочки. И зря боялся. Зря переживал. Итак, это у нас машина по созданию мечей в людей. Или людей в мечей. Что-то такое он, короче, мне сказал. Что-то выглядит жутковато. Он такой, нет, чуза, не надо. Иди туда, ты тоже станешь шариком. А я говорю, а я и есть шарик, Гарик. И мне не страшно стать шаром еще раз. Может быть, укачусь куда-нибудь на самое дно. Ну-ка, шринг. Шринг, давай. Лазером. И я превращаюсь в кого? Ой, я уменьшился. Я малюткой стал. О, реально титан какой-то. Красноглазый титан. Ну, что ты куда меня отправил? Сейчас ты меня превратишь в шарик. Мяунг. И смотри, 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 смотри. Так, у нас этапы проходят. Зелененький, зелененький, зелененький. И отсюда выходит. Это я. Превратили меня в шар. И вот это в глазу у него я. Че ты грустишь, Том? Я принял твою судьбу. А вот и я, в принципе. Жесть! Ой, ты куда? Ты что? Его размозжили, смотри, его превратили. Нет, 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 не надо. Не надо так со мной поступать. Мне надо нормально так. А как мне здесь пройти? Как пройти? Как пройти? Как пройти? Там не получается пройти. Так, ну-ка. Так, разгоняемся, давай. Джун-джун-джун-джун-джун-джун. Все про... А как? Может, я не туда еду, друзья? Наверное, да. Наверное, может, мне вот сюда надо? Вот куда-нибудь... Да как? Куда ехать-то? Я как бы мозги свои потерял, меня же в шар превратили. Оп, и я здесь тоже могу уничтожиться. Ну да, ну да. Ну тогда давай, покатились. Щунь, покатились, покатились, покатились. Да как ты вообще проходить? Я не понимаю. Я не понимаю. Оп, оп, давай вот так вот. Оп, красный. Да, ну я же тоже красный. Почему нельзя пройти-то? Давай еще раз. Есть. Все, смотри. Сейчас у нас это докрасили. Я не могу пройти. Я не могу пройти эту штуку. Она в любом случае меня уничтожает. Значит, может, мне реально вот сюда надо допрыгнуть? Нет, я туда не могу перепрыгнуть. Не могу, не могу, не могу, не могу, не могу туда пробраться. Хотя там есть чекпоинт. Хотя, может, мне реально туда надо как-то... А, мне вот оттуда надо туда попасть, да? Ну, хорошо. О, я прошел, я сумел пройти. Я смог пройти. Есть, есть, есть. Так, здесь у нас... есть, есть, есть. О, фух, я прошел. Я прошел. Чекпоинт взял. И здесь у нас... Туннели какие-то открываются. Ну, давай попробуем туда зайти. Здесь еще кулак. Сейчас всю машину разломать, если его включить. Да, ну давай, погнали, 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 погнали. Да давай запускай, что это, хватит. Я шар, я ничего не понимаю. Мне надо вот здесь кнопочку нажать. Давай сейчас я нажму вот так вот. Оп, 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 давай. Запускаем. И чуньк. Подвинули. Отличненько. Все, погнали. Ой-ой-ой-ой, я где-то под машинами оказался. Все, заезжаем в туннельчик. Ой, а здесь нельзя, да, проезжать, пока у нас здесь ветер дует. Ну хорошо, ждем. А как? Как ты так поступил со мной? Нехорошо.
Я же проехал вроде, а ты все равно меня уничтожил. Это плохо, это очень плохо. Ну-ка, давай проезжаем. Что, дует? Дует ветер дует. Я проехал, все, давай. Ну все, в этот раз уж точно ты меня не должен запарить здесь. Все, проезжаем. Вама, стоим, ждем здесь. О, там есть еще наши друзья. Друзья-шарики. Это Том, наверное. Том! Том, здорово! Как дела, как жизнь? Подвесили тебя немножечко здесь. Теперь ты как трофей. Тебя надо спасти. Но спасти я не знаю как. Смотри, здесь очень много ребят. Все они грустят. А этому нормально, да, довольный такой. Говорит, а, собрал коллекцию из шаров, хорошо. Ну, сейчас мы покажем ему, кто здесь настоящий. Так, здесь я ничего не могу показать. Значит, мне вот сюда надо идти. Опа, покатились. О, вот это опасный путь. Есть, я ему прям могу на голову приземлиться. А это что это такое? О, я спрятался. Кто не спрятался, тот не виноват. И я иду сюда. Заезжаю теперь вот в какие-то такие туннели. О, чекпоинт нашелся. Нашелся. А здесь у нас телевизор показывает. Фу, можно отследить, где он находится. Типа, да? Сидит, пока смотрит, наблюдает. Это вот этот вот злой гольфист. Менеджер. А, у него, наверное, так его называют, менеджер. Менеджер. Ладно, я понял. Я тебе вообще на голову мог приземлиться и все, выбил бы твой глаз вот этот такой же. И сам бы стал твоим глазом. Потому что я такого же цвета. Все, отлично. Он мне что-то говорит. Опять непонятно, что он мне рассказывает. Какие-то пилы показывает мне. Но я уже через такое 100 тысяч миллионов раз проходил. Так что я думаю, мне не составит труда. Итак, смотри, так, и бесплатные озерсы какие-то, я не знаю, что это такое, так что мы их просто погнали, проезжаем сквозь пилу, мяу, давай еще здесь проезжаем, фиан, давай еще, и так, оп, и последняя пилочка у меня осталась, отлично, можно покраситься, наверное, да, могу, не, не краситься, ну ладно, едем сюда, а здесь что у нас, ой, о, двери закрылись, да? Но я-то оказался там. А, это, наверное, не выход. Меня здесь обманули. Это Тестинг Чембер. Я не знаю, как переводится. Это тестирует мячик, скорее всего. Что-то типа того. Это не выход? Меня обманули? Да, конечно, тебя обманули, как дурачка. На 4 кулачка. Это что это такое? Это... Что за покемон? Он всасывает в себя все шары. Жесть. И я теперь внутри. А давай я им просто вот по этому язычку побью. Может, его стошнит. Пинг-пинг-пинг-пинг-пинг-пинг-пинг-пинг. Не, ему пофиг. У него не срабатывает рвотный рефлекс, похоже. Ну-ка, сейчас давай разгонимся. Вью, есть. Нет. О, я взял чекпоинт, я смог взять чекпоинт. Ой, а здесь почему я упал? Я внутри гигантского... Да как? А как пройти-то? Почему я не могу пройти? Может, что-то дело не так? Может, мне его по ребрышкам надо пройти? Мне реально надо по ребрышкам. А по центральной ребрышке не пройти получается. Жесть, так я шар! Как мне пройти-то, если я шарик? Оп, оп, оп. Оп, давай, и есть, ху, зашли мы ему куда-то, еще какие-то ребрышки у него здесь, хоба, 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 есть еще в каке, что это такое, он смотри сколько здесь всего всосал в себя, оп, 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 есть, и это что это такое у него, о, я понял где у него, мы у него в жопке, фу, фу, я вышел из тебя, ну хотя бы не запачкался. Ну отлично, вот еще такие же. Ну здорово, здорово, покатились мы с тобой. А, мне не туда. Мне не туда, оказывается, надо было. Вон там еще одна катится. Куча мяса прокатилась. А я иду сюда, ну. Мик-мик-мик-мик-мик-мик. Прыжим, ну ты до меня здесь не доберешься, я надеюсь, да? Не доберешься. Все, я пошел дальше. Вот так вот, вот так вот здесь у нас есть
зона, где можно засейвиться. Отлично, все хорошо. Теперь пробираемся быстренько сюда. И здесь у нас какой-то чан. Не пить. Но мы это попьем, мы же шары, нам можно. Это, наверное, запрет для людей. Но мы не люди, а мы шарики. А давай попьем, может, мы обратно в человека превратимся. Не умрем же мы точно, наверное, да? Смотри, там пружинки какие-то, а это пузырьки. Итак, это цюр. Я не знаю, что это такое. Ну давай, зальем сюда. Оп, это, наверное, противоядие. Цвет поменялся, стал хорошим. Главное, чтобы вот это не попал туда. Ну-ка, что за землетрясение идет? Я превращаюсь. О, я восстановился. Я восстановился. Руки мои, ноги мои. Отлично. И шея тоже моя. Все мое. Теперь можно отсюда выбираться. Давай, открываем двери. А, мы еще с тобой не разобрались. А что ты где оказался-то? А чем ты управляешь? Управляешь судьбами шаров? Смотри, что-то гигантский шар делает. А, нет, это целая куча маленьких шаров. Я думал, он сейчас один супер-мега-гигантский сделает. Еще ты хочешь их отравить, закинуть их всех, бедолаг, в этот яд? Он такой, нет, пожалуйста, отпусти нас. Он такой, никогда, никогда, вы всегда будете мутантами в моей ферме. По производству шаров для гольфа. О, нет, надо поторопиться. Так что ты здесь стоишь-то? Давай, набирай быстренько коктейль. И изменяем состав. Давай, забегай. Красный ниндзя Роблокса в деле. Стоп, остановись. Джузо, ты спасешь нас. Так ты, подлец. Помоги нам, пожалуйста. Нам нужно сломать эту машину. Лови, я сейчас кину вам аптечку. Получай. Так, нет, ты этого не сделаешь. Я здесь главный. А я такой, нет, смотри. Превращаем кисель в, не знаю, в обычную воду. Вот так вот, опа, окунули. И давай вынимай. О, есть. Я всех спас. А ты, злодей, будешь здесь. Мы тебя сейчас тоже в шарик превратим. Выход, смотри, все убегают, нормально. Нормально, даже не попрощались. А, я тоже. О, у меня здесь враг. Ну нет, я не хочу опять через твой кишечник проходить, а? Может, не надо? Может, не надо? Может, все, на этом остановишься. Ты. О, я споткнулся. Ну, в этом весь я. В этом весь я. Ну-ка, побежали, побежали. А где эта штука, смотри? Вон она. Катится, катится шар голубой. Я побежал от тебя непростой. Опа, есть проблем. Да ты вообще тормоз какой-то. Вообще жесть. Жесть. Ну все, я здесь дергаю рычаг. До свидания. Да, придавили, сделали из тебя лепешечку. И сами уезжаем на Вера. Жесть. Просто реально лепешку от него оставили. Вот так вот. Выбрались мы наружу. И что нас здесь ждет? О, ты как здесь оказался? Мужик, ты ж там сидел. А может быть ты не один? Может это твой брат-близнец? Ну, такой, ты нарушил все мои планы. Я хотел играть в гольф. Когда давай сыграем. Давай попробуем сыграть с тобой в гольф. Я ж тебя выиграю. И заберу у тебя этот гольф-парк. Так, что мне надо сделать? Мне надо сюда так... Опа! А чё? Ты вообще будешь нормально играть, нет? О! Отлично, давай теперь сюда. Давай, закидывай. Давай. Бум! Да ты чё? О! Он двойную сделал, видали? Я даже не успел понять ничего. Ну-ка, давай. Давай сюда кидай, давай. Чинг, закидывай. О, меня взрыв другой достал. Что, простите? Ну ладно. Ладно, так. О, я открыл люк. И что это значит? Все надо открыть люки. Так, жесть, здесь сколько бомб. Обалдеть, они все взрываются. Пам-пам-пам-пам. О, все ломается, смотри. Я разрушаю его гольф-клуб.
Жесть, вот это ему хана пришла, конечно, вообще. Смотри какой. Ты злой. Нет, это не конец. Я тебя починю и побежду. Уничтожу тебя. Без башки останешься. Ну да, ну да. О, ничего себе, ты реально сбесился. Да опять я споткнулся. Реально сумасшедший, смотри. Жесть. Ну ладно, я побежал тогда. Че, все равно тебе мне не догнать, да? Не догонишь, не догонишь. Не догонишь, не догонишь. Ой, что здесь? Пар появляется какой-то из всех щелей. Ну-ка, идем сюда. И теперь меня вот сюда даже стрелочки для меня поставил. Да, ну хорошо. Спасибо. Спасибо. Жесть, он сумасшедший. Так, мне, наверное, надо рычаг дернуть. Да, сейчас тебя мы в лепешку опять превратим. Пинг. Пиу. Запустили. О, держи аптечку. Сейчас провалит, смотри. Пиу, полетел в чен. Сейчас будет сам в шар превращен. Грустный. Грустный какой. Ну-ка, давай посмотрим. А, это капсула отходов? Да? Ой-ой-ой. Вот это да. Вот это да. Здесь сейчас все взорвется, наверное. Бим! Вот это был мощнейший взрыв. Мощнейший. О, хот-дог, я тоже хочу. У них у всех есть хот-доги. Можно мне тоже хот-доги? Я бы не отказался от хот-догов. Где хот-доги раздают? Ребята, хот-доги. О, здесь можно быстро пробежать. Оп, есть, пробираемся. Хоба, пробираемся, хоба, есть, а тут тоже есть, и вот сюда, я бегу за своими хот-догами, парк развлечений здесь, хот-доги раздаете, о, друзья, друзья, я пришел за хот-догами, если бы хот-догов здесь не было, конечно, я бы сюда и не пришел, дайте мне хот-доги, пожалуйста, ну, хватит со мной разговаривать, я кушать хочу, да, хот-доги. Такой, нет проблем, я всегда рад помочь, я им говорю. Но за хот-дог только, конечно. Вот, хочешь хот-дог? Хочу хот-дог, конечно, хот-дог. Ну, человек, хот-дог, дай мне, хватит слов. Ты еще кто такой? Стив? Да хватит разговаривать, дайте мне хот-дог, я хочу. Ты кто такой, Стив? Что тебе надо? Я хочу что-то куда-то пойти, говорит. И динозавр какие-то, он любит динозавров. Вон там, смотри. Есть у него динозаврский парк. Вот здесь вот. Ву. Ву. Это парк динозавриков. Так, хот-дог. Хот-дог, все, я ем хот-дог, друзья. Смотри, здесь есть вот этот динозавропарк. Если хотите, друзья, чтобы мы пошли за Стивом и тоже прошли динозавр парк, напишите мне в комментариях и поставьте лайк. И если будет много лайков, да, или комментариев, то мы пойдем обязательно за Стивом. А пока что, наверное, на сегодня все. Не болейте, друзья, не скучайте. Пока-пока.